А, блин, это просто какой-то взлом мозга. Друзья, всем привет. Для сегодняшнего выпуска нам понадобится некоторое количество различных аксессуаров. Рюмка мартини, яблоко, мандарин, киви, огурец, вот такая доска и нож. Как вы думаете, как это все может быть вообще связано с кофе? Это шедевральный продукт, ребят, поэтому я вам советую этот выпуск досмотреть до конца, для того, чтобы разобраться, зачем все вот это находится на моем столе. Я вам покажу, это не шутка, это реально продукты, которые мы можем использовать с вами для того, чтобы заваривать, делать кофе, прикольные кофейные напитки, лимонады. И это еще не все. Смотрите, еще у нас есть 7-Up, и покажу вам только по секрету. Подписывайтесь прямо сейчас. Мартини. Ребят, на самом деле это не шутка, все эти продукты могут использоваться в нашем с вами сегодняшнем напитке. Вот, но я сегодня предлагаю выбрать самый экстремальный, это будет огурец. Мы сегодня с вами будем использовать в кофе огурец. Если вы такого раньше не пробовали и подумали, что я спятил, то я вам советую это дело повторить дома, и вы поймете, насколько это вкусно. А вот и наш кофе. Он уже заварен. Этот кофе заварен холодным способом. Это cold brew. И если вы не знаете, что такое cold brew, то после этого выпуска я вам советую посмотреть предыдущий выпуск, для того, чтобы разобраться, что же это такая за штука, и почему так много нужно самых различных ингредиентов. Смотрите, cold brew позволяет нам делать не только просто кофе в чистом виде, но еще и различные нам лимонады на основе кофе. Делаем очень просто. Берем в бокал, наливаем кофе. Дальше открываем с вами вот такой замечательный 7-Up. Можно использовать спрайт, ну или что-то другое по вашему вкусу. Количество, пропорции, это исключительно на ваш вкус. Я, смотрите, сделаю вот примерно вот таким вот образом. Чуть-чуть добавлю шипучки. Вот такой получается классный у меня напиток. Его уже можно пить, можно ничего больше не добавлять. То есть уже в принципе получился такой классный кофейный. Это реально так вкусно, это классный кофейный лимонад, знаете, что можно кофе чуть-чуть добавить, чтобы был лучший вкус. А еще я вам советую взять, попробовать, если очень жарко на улице, то можно добавить вот таких пару ломтиков, смотрите, самого обыкновенного огурца. Это не сильно поменяет вкус вашего кофе, но придаст ему свежесть и определенный оттенок аромата. Пробуем. А, блин, это просто какой-то взлом мозга, серьезно, это пахнет реально огурцом, ну такой вот немножко травянистый, захотелось кофе больше добавить, потому что кофейные ноты практически исчезли. Блин, как это необычно, это очень вкусно, смотрите дальше. Я попробовал классный напиток, но не хватает сладости, бах! Добавил немножко газировки. Газировка может быть сладкой, может быть не сладкой. В общем, не бойтесь экспериментировать с этим продуктом. Если вы научились заваривать кофе, холодный кофе, и вам хочется очень сильно освежиться, то вот такие рецепты, поверьте, это реально очень вкусно. И я здесь не фантазирую, это не является какой-то, знаете, просто по приколу. Это на самом деле так. Почему я положил мандарин, киви, яблоко, все это, любые фрукты, вы в принципе спокойно можете добавлять в свой напиток по одному ломтику. Если у вас кофе горький, добавьте туда лимона. Если у вас кофе, наоборот, очень кислый, можете туда добавить, допустим, немножко грейпфрута или вот огурца. Он очень классно освежает, и напиток прям получается вообще непонятно, что это такое. Это кофе или какой-то коктейль алкогольный, который подают, вы знаете, вот в заведениях выглядит эта штука вот таким вот образом. Лед, пару долек огурцов, и вот здесь вот, смотрите, такой классный янтарный получается напиток. Ну, и еще я вам обещал дать маленький секрет. Если вы возьмете, не буквально немножко, возьмете вот такой вот вермут мартини, мартини бьянка, и буквально чуть-чуть, вот пару капелек вот сюда добавите, этот напиток не станет алкогольным. Я буквально 5 мл сюда добавил. И это получается прям напиток Джеймса Бонда, только безалкогольный. И запах мартини, и огурец, и кофе, и лимонад прям сочетается вообще фантастически. Ребята, я просто советую вам взять этот рецепт и повторить его дома, и вы поймете, насколько это прикольно, насколько это классный получается напиток. Поверьте, это очень вкусно. Я жду от вас, что вы это сделаете дома, а также поделитесь своими впечатлениями, как у вас на самом деле этот напиток получился. Давайте назовем это кофе Джеймса Бонда. Вот мы не знаем, какой. Я знаю, что он рекламировал кофе в капсулах Неспрессо, но вот это кофе Джеймса Бонда. Поэтому. Бонд. Джеймс Бонд.
вкусно, экспериментируйте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, чтобы вам было еще интересно посмотреть. И не бойтесь использовать огурец в своих летних лимонадах, а также мяту и другие продукты. Пишите, что еще попробовать, я обязательно попробую. Пишите, какой кофе мне сделать вот таким вот способом, который вот хотелось бы именно вам, чтобы я попробовал. И я обязательно это сделаю. Пока-пока, увидимся на канале. Вкусно.